Козероги, декабрь, как и весь год, сложный. Сатурн и Плутон, две тяжелые планеты, идут по Козерогу. Но в декабре Козерогам улыбается Венера и улыбается Нептун. Венера – это красота, это земная любовь. Нептун – это небесная любовь, музыка, природа. Вот в этих сферах вы найдете гармонию и успокоение от тех напряжений, в которые вы попали. Ну и также физическая энергия будет благоприятствовать. Марс в хорошем аспекте с Козерогом. То, что вы делаете руками, физические упражнения, тренировки, какая-то работа по дому, все будет гармонично и будет это иметь успех. Для Козерогов благоприятные лунные дни – это 1, 4, 5, 14, 15 декабря, 18, 19, 20, 27, 28, 31 декабря. Луна, эмоции людей, ваши эмоции будут гармоничны для окружающих.